Нелепые смешные прически знаменитостей. Топ-10 модных провалов 2020 года. Автор 25.12. 2020. Желание знаменитостей выглядеть ярко, оригинально порой заканчивается провалом. Удивляет, что в топ худших причесок попадают не только эпатажные личности, от которых в какой-то мере ожидаешь этого, но и сильные, утонченные натуры. Подборку антистильных, смешных причесок знаменитостей за 2019-2020 смотрите дальше. Апостроф закрывающая круглая скобка точка с запятой закрывающая фигурная скобка. Аврора Окснёс, Аврора Окснес, яркая, незаурядная личность из Норвегии, известная певица, актриса, композитор, музыкальный продюсер. Часто удивляет поклонников и коллег шоу-бизнеса смелыми, экстравагантными образами. Никто не понимает, о чем Аврора думала, когда явилась на «Оскар-2020» в кимоно и с короной кокошником в волосах. Подобное сочетание выглядело безвкусно, смешно. Видимо, планировалась укладка в стиле Дольче и Габбана, но, увы, что-то пошло не так. Дженнифер Лопес показ мото осень-зима 2020. В Том Форд оказался провальным для стильной, всеми любимой Дженнифер Лопес. Известная певица, актриса, продюсер и модельер предстала на публике в элегантном черном платье, дополненном бриллиантовым колье. Но прическа Джей-Ло в стиле «фламенко» оказалась нечто, выглядела минимум странно и комично. Казалось бы, весь курьез из-за одного завитка. Николь Ричи – еще одна знаменитость, которая своей прической затмила присутствие других звезд на вручении «Оскара» 2020 – это Николь Ричи. Американская фотомодель, дизайнер, актриса не первый раз удивляет гладким миниатюрным пучком. Казалось бы, а что в нем такого? Но прическа домохозяйки никак не годится для такого роскошного мероприятия, как вручение Оскара, поэтому Николь оказывается в толпе нелепых причесок 2020. Апостроф закрывающая круглая скобка точка с запятой закрывающая фигурная скобка. Ава Дюверньой – режиссер, сценарист, продюсер и маркетолог сотни кинокартин. Ава Мари Дюверньой не первый раз вызывает улыбку у зрителей своей прической. На вечеринке Vanity Fair после вручения премии «Оскар-2020» знаменитость появилась в ярком платье и с плетением кос вместо челки. Оцените еще пару смелых укладок Авы Мари Дюверньой в подобном стиле. Алишер Моргенштерн. Алишер Моргенштерн – российский рэпер, музыкант, отличающийся ярким, экстравагантным имиджем. Яркие окрашивания волос сменялись дредами, сегодня исполнитель предпочитает уникальную, эксклюзивную стрижку своей мечты. Чучело с леса сбежало, ужасен, такими комплиментами усыпали предложен Алишером образ. Ники Хилтон. Церемония «Оскар-2020» отличилась скоплением антистильных, неуместных причесок. Укладка в стиле ретро Ники Хилтон также вошла в коллекцию неряшливых, худших укладок знаменитостей уходящего года. Ретро-прическа актрисы была неуместна к выбранному наряду, а ее исполнение вовсе ужасное. Складывается впечатление, что селебрити их парикмахеры вовсе позабыли, что есть расчески для волос, либо они проспали церемонию и сделали прически на бегу, в последнюю минуту перед выходом. Петит Миллер. Петит Миллер, знаменитая франко-израильская дива, часто будоражит публику яркими и экстравагантными образами. Этот год не исключение. На осенней неделе моды в Милане Петит продемонстрировала худшую прическу 2020. Укладка напоминала «Вороново гнездо», громоздкую старую куафюру. Кристина Агилера на красной дорожке в 2020 году опозорилась еще одна знаменитость, мировая актриса и поп-певица Кристина Агилера. Странное, безвкусное убранство поп-дивы дополнил пучок с розовыми прядками. Видимо, с укладкой 39-летняя модель перестаралась, уж очень туго он был затянут. Напомним еще одну прическу Кристины Агилеры в коллекции худших 2020. Слипшиеся пряди, уложенные неряшливо, безобразно назад, прибавляет очаровательной артистке минимум 15 лет. Настя Ивлеева любит радовать, ужасать, смешить поклонников и российская телеведущая «Орла и Решки» Настя Ивлеева. Известный блогер и модель часто будоражит умы-фолловеров синими, зелеными, фиолетовыми, розовыми париками. Однако наше внимание привлекли два фото Насти с детскими, смешными прическами. Не каждая знаменитость в возрасте Насти отважится на такую. Аврора Окснёс. Аврора Окснес – яркая, незаурядная личность из Норвегии, известная певица, актриса, композитор, музыкальный продюсер. Часто удивляет поклонников и коллег шоу-бизнеса смелыми, экстравагантными образами.
Никто не понимает, о чем Аврора думала, когда явилась на «Оскар-2020» в кимоно и с короной кокошником в волосах. Подобное сочетание выглядело безвкусно, смешно. Видимо, планировалась укладка в стиле Дольче и Габбана, но, увы, что-то пошло не так. Дженнифер Лопес. Показ «Мото Синзима 2020» в Том Форд оказался провальным для стильной, всеми любимой Дженнифер Лопес. Известная певица, актриса, продюсер и модельер предстала на публике в элегантном черном платье, дополненном бриллиантовым колье. Но прическа Джей-Ло в стиле «Фламенко» оказалась нечто, выглядела минимум странно и комично. Казалось бы, весь курьез из-за одного завитка. Николь Ричи — одна знаменитость, которая своей прической затмила присутствие других звезд на вручении «Оскара» 2020, это Николь Ричи. Американская фотомодель, дизайнер, актриса не первый раз удивляет гладким миниатюрным пучком. Казалось бы, а что в нем такого? Но прическа домохозяйки никак не годится для такого роскошного мероприятия, как вручение «Оскара», поэтому Николь оказывается в толпе нелепых причесок 2020. Ава Дюверньо — режиссер, сценарист, продюсер и маркетолог сотни кинокартин. Ава Мари Дюверньо и не первый раз вызывает улыбку у зрителей своей прической. На вечеринке Vanity Fair после вручения премии «Оскар-2020» знаменитость появилась в ярком платье и с плетением кос вместо челки. Оцените еще пару смелых укладок Авы Мари Дюверньо в подобном стиле. Алишер Моргенштерн. Алишер Моргенштерн – российский рэпер, музыкант, отличающийся ярким, экстравагантным имиджем. Яркие окрашивания волос сменялись дредами, сегодня исполнитель предпочитает уникальную, эксклюзивную стрижку своей мечты. Чучело с леса сбежало, ужасен, такими комплиментами усыпали предложенный Алишером образ. Ники Хилтон. Церемония «Оскар-2020» отличилась скоплением антистильных, неуместных причесок. Укладка в стиле ретро Ники Хилтон также вошла в коллекцию неряшливых, худших укладок знаменитостей уходящего года. Ретро-прическа актрисы была неуместна к выбранному наряду, а ее исполнение вовсе ужасное. Складывается впечатление, что селебрити их парикмахеры вовсе позабыли, что есть расчески для волос, либо они проспали церемонию. И сделали прически на бегу, в последнюю минуту перед выходом. Петит Миллер, знаменитая франко-израильская дива, часто будоражит публику яркими и экстравагантными образами. Этот год не исключение. На осенней неделе моды в Милане Петит продемонстрировала худшую прическу 2020. Укладка напоминала вороново гнездо, громоздкую старую куафюру. Кристина Агилера на красной дорожке в 2020 году опозорилась еще одна знаменитость, мировая актриса и поп-певица Кристина Агилера. Странное, безвкусное убранство поп-дивы дополнил пучок с розовыми прядками. Видимо, с укладкой 39-летняя модель перестаралась, уж очень туго он был затянут. Напомним еще одну прическу Кристины Агилеры в коллекции худших 2020. Слипшиеся пряди, уложенные неряшливо, безобразно назад, прибавляет очаровательной артистке минимум 15 лет. Настя Ивлеева любит радовать, ужасать, смешить поклонников и российская телеведущая «Орла и Решки» Настя Ивлеева. Известный блогер и модель часто будоражит умы-фолловеров синими, зелеными, фиолетовыми, розовыми париками. Однако наше внимание привлекли два фото Насти с детскими, смешными прическами. Не каждая знаменитость в возрасте Насти отважится на такую. Так что помните, что звезды всего лишь обычные люди, которые тоже ошибаются.